этой маленькой зарисовке городок Сибату на острове Бали, примерно в получасе езды от известного Убуда, родины Китута, из фильма «Ешь, молись, люби». Сибату противоположностью Буду. Тут не бурлит туристическая жизнь, а веганы не доказывают свою крутость сыроедам и йогам. Тут вообще мало туристов, во всяком случае на улицах. Возможно, они прячутся вот в таких шикарных отелях, в которых есть тут парочку спрятанных среди потрясающих рощ и рисовых полей. Есть водопад, источник святой силы. Про него вы прочитаете в любом путеводителе, вам порекомендуют погрузиться в него, стать спиной к камню и обрести, ну вы знаете, силу, молодость, благословение небес. Еще есть потрясающий парк, который провоцирует размышления о смысле всего чего угодно.